Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях матушка Мария и отец Сергий Чекодановы из поселка Вырица, из храма, из воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери и хор, детский хор «Созвучие». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Господи. Сейчас мы прослушали песню. Она современная, да, матушка? Да, это современный композитор, но интересно очень решение таких традиционных рождественских колядок. Она что, грузинка? Она из Крыма. Из Крыма? Из Крыма, да. Я не знаю, кто она. Просто нашла очень интересную песню, мне понравилась. Потому что такая свежая, активная, энергичная. И вот... Ну, надо, наверное, ей это поблагодарить, наверное, да, авторы. Да, от души если благодарим. Она услышит это. От души благодарим. Мария Челидзе, замечательный композитор, замечательный. Ну, вот, просто. Видите, надо это отметить. И мне тоже интересует, я кое-что видел, как вы управляетесь с детьми. Вот, как вы можете, ведь их, на них надо и прикрикнуть, иногда их нужно... жестко. Вот как это... Тяжело это? Или вы от этого устаете? Или... Ну, на самом деле я устаю не от того, что они отвлекаются, а от того, что они не очень как бы иногда активно работают. То есть отвлекаются — это нормально, они же дети. А если работа есть продуктивная, если они могут сразу переключиться и начать петь и исправлять то, что если неправильно. Ну, у вас нет возможности индивидуально, да, с ними заниматься? К сожалению, нету, да, к сожалению, нету, но, в общем... Наверное, поэтому, да? Да. Потому что можно было бы так... Можно было бы, да, уделить, потому что уделить внимание каждому и более, там, слабых, может быть, подтянуть, более сильных заинтересовать. Но это, к сожалению, ограничено временем. Ну, в общем, я думаю, что, может быть, что-то изменится. Ну, а кроме этого есть тоже рождественские песни у вас, да? Да, мы рождественских песен поем достаточно много. И дело в том, что мы каждый год традиционно участвуем в Гатчине, в рождественском фестивале. Стараемся всегда новую программу приготовить. Ага. Но с каждым годом все сложнее и сложнее, потому что... Это конкуренция? Дело не в том, что конкуренция. А-а-а. Это требование фестиваля предоставить каждый раз песни, которые никто еще не пел, а когда 10 лет подряд проходит фестиваль, попробуйте-ка предоставить песни рождественские, которые никто не пел. Это А-а-а. Каждый раз задача. И поэтому? И поэтому вот в этом году случилось замечательное вообще событие, потому что очень давно я... В общем, просила Господа, молилась, чтобы у нас появился такой человек, который писал бы песни, посильные для детей, интересные для детей, новые, свежие. Очень тяжело песни писать для детей. Да, это задача непростая. Я, наверное, не рискнул бы. Но попробовать хочу. Хочу попробовать. Может быть, даже тоже вам предложу что-нибудь. Да, мы открыты всегда. А ваш опыт расскажите вот сейчас, теперешний. Ну, вот теперешний опыт. Вот мы познакомились с замечательным совершенно человеком, Константином Сиверским. И знакомство было очень промыслительно. То есть я даже всегда говорю, что нынешние рождественские песни, которые мы сейчас будем исполнять, они появились вообще на Пасху. В этом году пасхальный период и антипасха получилась снежная. В апреле очень много выпало снега, и в саму антипасху началась метель. А накануне, некоторое время назад, Людмила Ильюнина, жена Константина, пригласила нас на презентацию своей книги о Серафиме Вырицком в театре «Странник». Она должна была проходить. И когда началась метель, то у нас в Вырице все стали отговаривать. «Да куда вы поедете? Да это же страшно, там холодно, дети замерзнут и устанут». Но я чувствовала, что туда нужно поехать. Я чувствовала. Мы, в общем, с Божьей помощью преодолели все трудности, приехали на этот концерт, выступили там. И нас услышал там Константин. И Константин к нам пришел и сказал: «Я вот напишу для вас песни, потому что я вот чувствую, что вот вы можете, и мне это нужно».
И таким вот чудесным образом вот произошла эта встреча. Здорово. Вот. И, в общем, прекрасные песни совершенно, которые тоже необычные, и стихи необычные, и такие проникновенные. И детям очень понравилось. Очень. И детям еще очень понравилось возможность петь не только с аккомпанементом фортепиано, но также с аккомпанементом гитары. Это все было интересно придумано. Ну и в то же время гатчинские... фестиваль рождественский, да, сразу да. обогатился. То есть тут же сразу это еще предстоит. Возникли возможности выступить. И прекрасно, что Константин приходил к нам на репетиции, и дети видели композитора, то есть живого композитора, общались с ним. И это тоже, я считаю, вот такое вот промыслительно, то, что это для общего образования. Да. Ну, давайте что-нибудь послушаем. Давайте, да. Спасибо большое за это открытие. Песня «Ждем Рождества». Вот, и Константину тоже спасибо большое. Ну, и вы стали с ним так сотрудничать, да? Да, да. И, в общем, я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, потому что у него много идей. А мы всегда рады новым идеям. Всегда рады, да. У нас, вы же, можно сказать, первооткрыватели у нас вот в этой передаче. С детским творчеством. Я все думал, что какой-то появится мальчик или девочка, которые вот будут вот так же сидеть передо мной и что-то, ну и как-то, и какое-то творчество у них будет. Песни петь,
или каких инструментах каких-то играть. А оказалось, что целый хор пришел. Еще с гитарой. Гитара же мой любимый инструмент. Ну и с Костей я сам дружу. И он один из первых. В общем, может, он, сказать, меня вытащил на сцену. Я не особо, так сказать, выступал. Вообще не выступал. Это его идея. И в итоге, видите, лаврские встречи, и все, видите, промыслительно. Да, мы да, здесь сидим, и мы с вами познакомились. Я очень рад, что я с вами познакомился. Что для меня, я уже говорил, что я как ловец жемчуга. Вот, ныряю, и каждый раз я какие-то открываю для себя. И это мне помогает мне жить, на самом деле. Когда я вижу таланты, а у вас такой семейный еще вот, подряд... Мне всегда очень радостно. Спасибо. Да, и я сам мечтаю, чтобы у нас при храме дети спели, допустим, божественную литургию. Это так трогательно. Вот. А ваши дети участвуют вот, в божественной литургии? Ну вот средний хор наш не участвует, участвуют старшие. Старшие поют и достаточно регулярно. Они подсоединяются к взрослому хору? Или? Они поют иногда целиком, иногда они поют по очереди со взрослым хором. Вот. А, Кировимскую, допустим, да, или что-то? Да, «Милость да. мира». Достаточно широкий репертуар у старшего хора. Они уже в состоянии сами осилить богослужение целиком спеть и стараются делать так, чтобы все время что-то новое разучивать. Они ну, то есть, их можно молодцы. Несколько человек придут и споют... Литургию, их да? Там человек 15. 15? Да. Как-нибудь хочется в свой храм пригласить, может, приедете. С радостью, я думаю, что мы ваше приглашение передадим. Немножко так пересмотрит свои ну, взгляды на хоровую музыку, на церковную. Вот потому что у меня, я иногда приглашаю, вот у меня бывает коллективы. Приглашают туда попить. Ну, это всегда интересно. Для любого хорового коллектива интересно всегда новое место, новые встречи, новые какие-то возможности. Это вообще прекрасно, что есть вот такие ситуации, когда ну, это как-то так взбадривает даже. Да. Музыка ведь как творчество, она возникает не только там есть композитор, есть исполнитель, но есть и слушатель. И без слушателя ничего не получается. И здесь, когда речь идет о богослужебном пении, здесь еще эта цепочка удлиняется. Есть слушатель, который делается молитвенником, обращается к Богу, и в этот круг включается Господь Бог. Это замечательно. Да. Где двое или трое? Да. Вот так это на практике реализуется. Да. Здорово. Ну, а вы сами внутри, у вас есть вот это вот... я не хотел бы назвать это концепцией или что-то такое. Для чего вы это делаете? Что вот конечной целью является вашей вот деятельности? Ну, мне вот очень хочется, чтобы дети имели возможность приобщиться к музыке и приобщиться, может быть, к такой грани музыки вот духовной, патриотической, душевной такой, чтобы они за счет этого какие-то осознали, может быть, грани еще от божественного бытия. То есть вот красоты мира окружающего, любви к родине. То есть мне вот, я сама, когда вот начинаю петь, я понимаю, что вот просто хочется плакать, потому что замечательная наша родина, и надо больше про нее петь, и больше про нее говорить, и чтобы дети это слышали постоянно, чтобы это было вот их вот родной частичкой. И знаете, у нас дети, когда выступают, то они тоже у нас... Дети выступают, поют, или сценировки к Рождеству, спектакли делают. И вот когда поют песню какую-то, я стою и думаю, Господи, может быть, эта песня, да, которую вот сейчас он выучил, эти слова, эта мелодия, какой-то момент жизненный этому человеку, вот ему будет тяжело, трудно, и он вспомнит эту детскую песенку, вот, такую искреннюю, как обращение к Богу. Ну, и ему станет легче, если он себя будет наполнять вот свое детство этими образами, мелодиями, ну, в общем, все, что связано вот с церковью, с то, что происходит.
И ему будет легче жить от этого. Знаете, у меня вот самое лучшее, когда я слышу, что дети поют вне занятия. Ну, я вот вижу, они там уже уходят, на улице поют, mm-hmm. или там где-то вот. Там дома. И я понимаю, что это им, значит, запало. Да. Значит, это их как-то вот поддерживает. И это вот, мне кажется, очень важно, что дети делают не только потому, что кто-то там сказал, а потому что они чувствуют, что это естественно для них. Ну, все-таки это альтернатива тому, что происходит сейчас у нас. И на эстраде, и вокруг, и в музыке. Вот, очень много бездуховности, очень много страстей всяких. Вот, и все на эмоциях построено. Мне кажется, что это разрушение очень много души. А тут, мне кажется, что эти песни, они будут защищать детскую душу. У них уже будет как разница. Они будут чувствовать разницу. Какие-то звуки будут врываются деструктивные в их жизни. Они будут это отвергать, потому что у них будет звучать эта мелодия внутри, и она не даст какое-то ангельское пение, она не даст проникнуть вот этому современному, не знаю, как даже назвать, может, лукавый так. Ему очень важно человека отвлечь от какой-то внутренней жизни, рассеяться. Ну, да, если целая индустрия на это работает. Если у человека есть выбор, то это он все-таки, я думаю, может сделать выбор правильный. Потому что... Можно помочь ему, да, правильно же? Такие прекрасные песни. Вот сейчас песня какая прозвучит следующая? «Колыбельная Богородица». Вот. Это вот тоже песня Константина Сирского. Я ее еще раньше слышал, но он и так исполнял. Мне очень нравится, и она такая задумчивая и проникновенная, можно сказать. Хорошо, да, что у ребенка такая песня будет звучать внутри. Рождественский период важно пережить, что Христос пришел в этот мир совершенно маленьким, беззащитным ребенком. И детям это пережить, наверное, труднее, потому что они смотрят на ребенка как на себе равного, а на младенца беззащитного. Ну, не всякий его видит и может представить. И это нужно пережить, и нужно проговорить в спектаклях или в песнях. И вот эта песня как раз вот об этом, о том, что мы пытаемся прожить вот эти первые мгновения жизни Спасителя на земле. Что он был человек. Что он был, да? Подобный нам человеком. Да, умалил как себя. Как это в сознании ребенка? Мне кажется, у ребенка это проще, чем у взрослого, который уже... испорченное мышление. Ну, да. Вполне возможно. Как надо философии. Посмотреть, сейчас они споют, посмотрим. Да. Как философия или учение, которое мешает это воспринять так вот чисто по-детски. Ну, давайте послушаем. Yeah.
спасибо вам, спасибо детям, спасибо Константину Сиверскому за такую прекрасную песню. А вот у вас мальчик играет на виолончели. Это что за мальчик? Это наш сын, Пантелеймон. Да, Пантелеймон? А он что, продолжает вашу музыкальную линию, да? Ну, он скорее продолжает наше убеждение в том, что для того, чтобы воспитать гармоничную личность, необходима прививка музыкой хорошей. Поэтому, когда Пантелеймон поступал в первый класс, 2 года тому назад, он сейчас уже в 3-м классе учится, вот, он был приведен в музыкальную школу, и там мы пообщались с педагогами, посмотрели на его руки, на его зубы, на его слух, да, на его конституцию, и вынесли вердикт. Виолончель. Виолончель – твой инструмент, который тебе откликнется. Ну, посмотрим, откликнется или нет. Ну, сейчас, ему это нравится. Сейчас ему в особенности нравится тогда, когда он что-то выучил и исполняет. И он всегда это делает вдохновенно, с радостью и с удовольствием. Ну, я думаю, что... Ну, а процесс ему не очень, да? Как бы? Процесс мало кому нравится. Заучивание. Он везде... Это достаточно такой... трудоемкий. Сложный процесс. Ну, Кирилл тоже участвует во всех ваших... Пантелеймон. Участвует во всех ваших, да? Да, он поет. Вот, у него очень как бы хороший слух, и он любит очень петь. Очень любит петь. Еще мы хотели поговорить вот, немножко о Рождестве и о том, как ваши дети участвуют в каких-то мероприятиях рождественских. Ну, вот Мария уже сказала о том, что вот эти рождественские песни начались с Пасхи, но на самом деле центральным праздником вот для нашей воскресной школы все равно всегда остается Рождество. И, собственно говоря, такое первое крупное выступление было связано с рождественским фестивалем «Христос рождается, славится» в Гатчине. И наиболее такое яркое, запоминающееся для детей событие – это рождественский праздник и рождественские коледования. Дети каждый год разучивают простые рождественские песни, колядки и ходят по домам прихожан, поздравляют их. Мы это возродили традицию уже много лет, и она каждый раз приносит много радости детям. Да. Ну, и, я представляю. И не только детям, а еще, в общем, вот мы наряжаемся в костюмы, то есть дети надевают костюмы ангелов, там, пастухов, волхвов, идут со звездой, мы идем повыриться. Всех в прохожих тут же поздравляем с Рождеством. И заходим вот в дома, людей поздравляем. И все очень рады. Очень рады. У меня есть даже такая небольшая история, когда, знаете, я совершенно точно поняла, что это нужно. Мы пришли в дом одних наших знакомых, и у них была женщина, которая уже, она была тяжело больна. И когда мы начали петь рождественские вот эти колядки, особенно она сама с Украины была, мы стали петь на украинском языке, она вот, ее так лицо изменилось, знаете, она прям расцвела. И слезы, она заплакала, но слезы были очень светлые, очень радостные. И я, знаете, я тогда поняла, что это вот замечательно, что мы ходим, просто если хотя бы одному человеку вот как-то вот на душе стало светло и чисто, и радостно, то это большое дело. И дети это поняли. И вот мне кажется, что это тоже такой вот пример как бы вот доброго дела, которое они делали, и которое их как-то вот возвысило в какой-то степени. Я прям аж представил, как все происходит. Наверное, детям это очень нравится, и они довольны. Ой, очень довольны. В любой вообще мороз. Вот 1 год не ходили, так все расстроились. Потому что был мороз -30. Уж не пошли. Но на следующий год был -20, мы пошли. Потому что они уже говорят, нет, все, пойдемте, давайте. И это вот мы стараемся на сам день Рождества ходить, ну, днем. И вот этот день, он сразу как-то вот расцветает необычайными красками, потому что вот и погода часто, ну, бывает, в принципе, такая снежная, и все, и какое-то волшебство. Вот. Мне кажется, что это оставит для них воспоминание такое вот, ну, на всю жизнь. Ну и, конечно же, сзади едет на санках, едет мешок с конфетами, которые собираются, все конфеты, поэтому это тоже дополнительное... А потом пир горой, да? Пир горой обязательно. В конце здорово. Да. Ну, а настоятель кто сейчас там вырится?
В Вырицком казанском храме уже больше 10 лет настоятель протоиерей Георгий Преображенский, и он является директором нашей школы, и все те события, которые происходят, он курирует, благословляет, одобряет, и не остается в стороне никаких событий, которые есть в школе. И я думаю, что, наверное, уместно в конце нашей передачи обязательно сказать ему большое спасибо, потому что вся та широкая так палитра детского творчества, которая возможна только благодаря тому, что он это все поддерживает и находит нужным и важным. Спасибо Господи. Спасибо Господи. Как-нибудь можно и приехать, может, в Ирицу послужить. Я однажды туда ездил в паломничество, но мне дали только возможность поисповедовать. Но зато несколько человек, которые у меня исповедовались, они стали приходить ко мне в храм. Которые приехали в паломничество. Именно. Откровение произошло. В следующий раз, если вы приедете, вы прямо так и скажете: в прошлый раз я исповедовал, в этот раз дайте послужить. Точно. Вот. И хочу сказать, что преподобный Серафим Вырицкий очень в моей жизни очень сильно повлиял на мою жизнь. У меня был очень тяжелый период жизни. Я поехал в Вырицкий, мне сказали, что там какой-то старец похоронен. Я даже не знал. Вот ты приди к нему на могилку, значит, упади, значит, заплачь и расскажи ему всю свою жизнь. Я так и сделал. Я прям... Еще могилка была, еще не было ни часовни, ничего. Просто могилка была, где он похоронен. Я так и упал и проплакал. Не знаю, сколько часов даже. Всю жизнь поведал. И со следующего дня у меня жизнь стала стремительно меняться. Слава Богу. Да. Очень радостно. В итоге я вот стал священником. Ну, практически вот этого импульса. Одно это целая история, которая связана, кстати, с Александром Невской Лаврой и с кельей, которая преподавала Серафима Вырицкого. Вот я, можно сказать, был участник первого молебна в этой келье. И оттуда мусор выносил. И там была какая-то ужасная машина, вычислительная полностью. Келья была забита громадной компьютером. Вот. И мы оттуда его выносили, мусор ремонтировали. Скудельники. Вот, я работал с скудельником, который свечки делает. Вернее, подсвечники все. Так что у меня с преподобным Серафимом, и я очень рад, что вот у нас это все, тема продолжается. Ну, в общем-то, все. Спасибо вам большое. Спасибо, Господи. До скорых встреч. Дорогие мои, на этом передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами был я, священник Анатолий Першин, и супруги Чекоданова, отец Сергий и матушка Мария. А также хор «Созвучие», детский хор. Это вот наш первый опыт. Я думаю, что он удался. Божьей всем помощи и ангел-хранителя на всех ваших жизненных путях.